Творческие коллективы от танцоров и певцов до детских вокальных ансамблей и народников. Угощение и раздача блинов и чая. Чуть поодаль – военные со своей полевой кашей. Дети и взрослые водят хороводы, танцуют и смеются. Празднование Масленицы выпало на последний выходной минувшей недели и гулял весь Владивосток. Впрочем, самые масштабные мероприятия провели на центральной площади дальневосточной столицы. Масленица – это когда всю неделю едят блины, а в конце недели… Масленицу сжигали. Чучело. Провожают Масленицу, сжигая чучело. Провожают зиму. Сегодня всех угощали блинами, да? Была еще каша гречневая. Чтобы всегда у всех были теплые дни и хорошее настроение. Проводы зимы длились больше 4 часов. За это время на площади работало больше 10 тематических площадок с аниматорами, конкурсами и, конечно, призами. Где-то среди толпы можно было заметить белого и бурого медведей. Не обошлось и без полюбившегося всем от мала до велика деревянного столба с подарками. Именно он каждую Масленицу становится местом паломничества удалых парней. Все они уверены в том, что сумеют достать подарок с верхушки. Однако, удается это лишь единицам. Главную интригу для гостей праздника составило чучело, огороженное забором. В какой-то момент посреди выступления артистов ведущий прокричал «Прощай, зима!» и фигура, олицетворяющая уходящую зиму, вспыхнула. Ты пришла с добром, с сыром, маслом и яйцом, с блинами, с пирогами да салатами. Блины масляные, шанги мазаные, мы катаемся с горы от зари и до зари. А сегодня воскресенье! Кончилось наше веселье! Ты прощай, прощай, широка Масленица! По итогам, масленичное воскресенье выдалось по-настоящему масштабным. Зиму провожали не только на центральной площади приморской столицы, но и в микрорайонах города. Жители и гости Владивостока с большим удовольствием подпевали артистам и участвовали в конкурсах. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.